Добро пожаловать в «Булки, кефир и рок-н-ролл», дорогие друзья. Наконец-то настал тот момент, которого я так ждала с самого начала этого мода. Ну и вы, наверное, тоже ждали. Тот самый концерт. Сцену превратили в огромный, по сути своей, даже гигантский корабль, который сейчас увезет всех пионеров в далекое-далекое мореплавание и весьма увлекательное путешествие. Наши герои стоят за сценой, и им осталось буквально пара секунд для того, чтобы встряхнуться, приготовиться и выйти на сцену, там исполнить свои шедевры. Конечно, не без того, что Алиса и Ульяна что-то задумали, но самое удивительное, что даже Мику им в этом немножечко подсобило. И Семену они рассказали о своих планах уже вот прям буквально вплотную перед самым выходом на сцену. И он вроде бы как не слишком этому всему доволен. Но куда ж ему деваться? Так как он тоже является частью мускружка, частью этого замечательного коллектива, который они назвали в честь лагеря, то придется слушаться девчонок. Что ж, мы начинаем. Хотя бы сейчас я наконец могу прочувствовать вот эту всю волшебную атмосферу, потому что в последней серии, к сожалению, я читала уже немножко с усталостью и не совсем воспринимала вот весь этот момент. Сейчас, я надеюсь, все будет по-другому. Наша Одиссея по морям искусств заканчивается и осталась. А что у нас осталось, вам расскажет Мику. Чтобы заполнить пустоту и не дать зрителям заскучать, из динамиков полилась бодрая и энергичная музыка без слов. Одну секундочку. Из всех динамиков одновременно раздался громкий щелчок, что-то зазвенело, потом вернулась музыка. Ой, что же это? Какая неожиданность! Будем считать это небольшим подводным рифом, который мы задели килем. Договорились? Ну, блин, как всегда, неполадки с музыкой, они просто везде. Из зала донесся смех. Все-таки Мику умеет общаться с публикой. Я бы притворился, что ничего не случилось. А она вот так просто. Как этому научиться? А теперь с удовольствием представляю вам молодой, но энергичный музыкальный коллектив нашего лагеря. Наш вокально-инструментальный квартет «Совенок». Алиса с Ульянкой уже стояли возле двери. «Ну пошли, пошли, пошли! Нельзя заставлять публику ждать!» Отступать было некуда. Я шагнул в залитый светом дневной проем. Не овация, конечно, но нам хлопали и одобрительно гудели. Яркий свет мешал разглядеть зрителей. То ли Шурику шепнули, что нервному басисту не нужно видеть зал, то ли просто сыграл контраст между сумерками и огнями сцены. Но я не видел толпу, лишь неразличимые тени. Мой Урал уже стоял, прислоненный к старому пианино, которое никто не захотел таскать взад-вперед. Мику стояла в центре сцены, купаясь в свете самодельных прожекторов. Уж ее-то не волновало, что все смотрят. Наоборот, она была счастлива. Здесь, лицом к лицу со зрителями, она была на своем месте. «А теперь, совместно с нашими гостями, мы добавим немного музыки в наш праздник. Ведь музыка – универсальный язык, который знают и любят все. Вы согласны?» Зрители нестройно, но громко и одобрительно выразили свое согласие. Опираясь на гриф гитары, Мику оглядывала публику и улыбалась. Алиса, вопреки ожиданиям, не стала приводить свою форму в неформальный вид и выглядела вполне по-пионерски. Вожатая явно не доверяла этой метаморфозе и настороженно поглядывала на рыжую из первого ряда. Ульяна постукивала по ударным в такт играющей музыки, как будто никогда ничем другим не занималась. Я никак не мог отделаться от чувства нарастающей тревоги. Зеркальный шар под крышей сцены завертелся, рассыпая солнечных зайчиков по сцене и зрителям. Все это не добавляло спокойствия. Гитара тоже никак не хотела изображать из себя щит, а была тем, чем была – куском дерева со струнами, из которого мне сейчас предстоит извлекать звуки. Страх перед сценой, слегка задремавший, пока я смотрел на Мику, вгрызся в меня с новой силой, заставляя мои пальцы дрожать мелкой дрожью, ладони потеть, а голову кружиться. Напряжение не отступало. Я смотрел на Мику, мечтательно улыбающуюся залу, на Ульяну, которая быстро выбивала знакомый ритм, и не понимал, что же я здесь делаю. Я ведь гитару взял в руки 3 недели назад.
Мой взгляд упал на Алису, и Алиса смотрела на меня. Смотрела тяжелым взглядом, которым можно было убить мелкую форму жизни. «Так а ну-ка иди сюда, засранец, я тебе сейчас покажу!» Таракана, а может даже мышку. «А, точно, Ульяна уже выстукивала вступление, а значит...» Стараясь не поддаваться панике, я вцепился в непослушными пальцами в гриф и... И все острее понимал, что не знаю, что делать дальше. «Ты чего? А ну-ка успокойся быстро! Что это за такое внезапное?» Все уроки, все, что я успел разучить, все ушло куда-то на задворки памяти. В голове билась и выла только одна мысль. «Не смогу!» «Надо его как-то срочно успокаивать!» Иначе это будет хана. Подождите, что серьезно? Он что? Он не сыграл? Или ошибся? Или что он сделал? Почему? Блин, слушайте, ну до этого же на репетициях все было классно. И... Неужели тогда все усилия Юлии Пионера прошли насмарку? Они ж ему внушали там на пляже, что он все умеет, что он молодец. Как же так-то? Хм, вообще неожиданно, если честно. Я подумала, будет все как, ну, в типичных традициях новелл, там, аниме или чего-то еще. Вот, что вот он будет волноваться, но сейчас, я не знаю, или Мику на него как-нибудь ласково посмотрит, там, кивнет ему, там, покажет большой палец, или еще что-нибудь случится. Но он так сыграет, что все просто упадут, и все будут просто в восторге. А вместо этого что? Вместо этого, походу, все недовольны. Я же говорила, что он облажается. И ты тоже хороша. Он сможет, он умный. И что? Позорище на весь лагерь. Да закройся ты! Подожди, может, если больше репетировать? Да не надо было вообще меня брать. Играли бы втроем. Я не просился. Я небрежно бросил гитару на траву. Сеня, я понимаю, что ты расстроился. Не надо ругаться. Давайте. Мику, не сейчас. Потом, ладно? Последние слова я почти выкрикнул. Она испуганно смотрела на меня. Раньше я никогда не повышал на нее голос, даже когда мы ругались через дверь. Но все это давило на меня. Позорный провал на сцене, комментарии рыжих, попытки Мику меня утешить. Нестерпимо хотелось побыть одному. Потом, все потом. Боже ты мой, слушайте, я так расстроилась, Я расстроилась как Семен, как Мику и вообще как весь совенок вместе взятый. Как это могло произойти? Почему? Нет, это, конечно, не тривиальный поворот сюжета. Возможно. Но очень-очень обидно. Ну, я прям расстроилась. Я сейчас заплачу, серьезно. Я зашагал по тропинке. Вскоре сцена скрылась за стеной леса, и только голос вожатый из динамиков вещал что-то про технические неполадки. На душе было скверно. То есть они что, вместе не отыграли ни одной песни или как? Может быть, не знаю, его сейчас что-то успокоит или кто-то, и он вернется и отыграет все нормально. Хз. На душе было скверно. И главное, винить некого. Только себя. Выступление испортил. На Мику накричал. Надо как-то извиниться. Что-то сделать. Но как? И что? Ответов не было. Только злость на себя, на Мику, на девчонок, даже на иностранных пионеров. И черная тоска. Глупо, еще вчера я был на седьмом небе от счастья, а сегодня хочется только одного. Сесть где-то под кустиком и никого не видеть. Блин, я его понимаю, прям очень хорошо понимаю. Топтанная тропинка сменилась асфальтом площади, а я все шел и шел, не понимая, куда иду. Этак ты сейчас вообще сбежишь из совенка. Очень хотелось, чтобы меня кто-то догнал и остановил. Но площадь пустовала, у ворот тоже никого не было. Все на концерте. Никто не мешал мне выйти за ворота лагеря и... упереться в неожиданную преграду. Когда он появился? Еще пару часов назад здесь ничего не было.
Автобус, который привез гостей, уехал. Может, кто-то из проверяющих подъехал позже? Конечно, была куча правдоподобных объяснений. Наверняка в этом времени по дорогам страны бегают сотни, а то и тысячи таких вот глазастых работяг автобусов с облупившейся краской и коркой пыли на корпусе. Но вы же не хотите сказать, что Семен сейчас сядет в автобус и уедет? Уедет отсюда навсегда. Не будем себя обманывать. Вряд ли у них будут маршрутные таблички с улицами из моего времени. То есть это тот самый автобус все-таки, в который ты сел перед тем, как ехать на встречу выпускников? 410-й номер. Именно в него я сел там, где все начиналось. Я положил руку на борт автобуса. Там, где белый верх и синий низ разделяла тонкая хромированная полоса. Пальцы покалывало странное ощущение. Странное, но не пугающее. Медленная быстрота, холодное тепло, текущая неподвижность. Чувство, которое нельзя описать словами. Не отрывая руки, я пошел вокруг автобуса. Внутри никого. Дорожная пыль пачкала мне пальцы, но сейчас это было неважно. «Ты же так не хотел уезжать!» Ты же хотел остаться с Мику. Неужели один вот этот неудачный концерт все испортил? Когда я обошел его по кругу, то увидел, что дверь гостеприимно открыта. «Эй, есть кто живой?» Молчание. Я присел на нижнюю ступеньку. Грязная, да и черт с ней. Вдруг стало интересно, из какого мира эта пыль? Из-за спины негромко поинтересовались. «Не уверен, хочешь ли уезжать?» «Не знаю. Теперь не знаю». «А ты не спеши, подумай. У нас полно времени». Голос был женский, молодой. «Полно времени?» «Почему это полно времени, когда все Семену только и твердили, что времени у него мало?» Почему-то я не хотел смотреть, кто там. «Куда я попаду, если сяду и поеду?» «А куда ты хочешь?» «Подальше отсюда. Но ведь это Юля с ним разговаривает?» «Скорее всего». «Тогда куда-нибудь да попадешь». «Вот так просто?» «Да. Ты думай, думай». Тяжело вздохнув, я встал и поднялся в салон. Впереди сидела Юля и болтала ногами. Мне было слишком паршиво, чтобы удивляться. «Ты хорошо подумал?» «Да». «И что?» «Поехали домой». «А не пожалеешь?» «Наверное, пожалею». «Ты сдаешься». «Я все испортил». «Мой Семен говорил, что этим, скорее всего, все и закончится». «Ну, раз так, поехали. Дорога долгая, так что отдыхай. Можешь даже поспать». «Поехали домой. И...» Юля подошла, присела рядом и ласково, по-матерински прижала меня к своему худенькому плечу. «Все будет хорошо. Когда ты проснешься, это больше не будет тебя волновать. Просто сон, который скоро забудется». Двери со скрипом и шипением закрылись. Двигатель издал несколько кашляющих звуков, и мы тронулись с места. То, что в кабине было пусто, никого не смущало. Я вот сижу и думаю, мне тут вообще что-нибудь комментировать или лучше не стоит, потому что если я начну, мне кажется, я сорвусь в какую-то немыслимую истерику и буду себя вести похуже Семена в данной ситуации. Семен, почему ты такой идиот? Почему ты такой придурок? Ты столько времени провел в этом лагере, ты столько времени учился играть, выстраивал отношения, ты был счастлив с Мику. Неужели из-за одного какого-то непонятного ступора на сцене, который вообще, мне кажется, не должен был произойти? Мне кажется, я читаю какую-то кривую версию этого мода. Почему все так происходит? Все не должно было так быть. Почему все таким странным образом складывается? Это неправда все. Может, он просто где-нибудь заснул перед концертом, я не знаю, ему это все привиделось. Я не могу поверить, что это правда сейчас происходит. Просто не могу.
Такие идеальные отношения с Мику, такое неприкрытое счастье. Я-то полагала, что в конце концов он все-таки захочет остаться. Но во всяком случае... я не знаю, что он... Ну, не будет так добровольно, скажем, садиться в автобус и уезжать. Весь из себя расстроенный. Даже если бы он и попал в свой мир, то я думала, это будет, от него не зависеть. То есть он наоборот, он был бы счастлив остаться с Мику, и у них было бы все хорошо, они бы не ссорились. Но в этой истории пошел такой расклад, который вообще меня не устраивает. И мне аж плакать хочется от этой несправедливости. Какого вообще черта? Ты просто взял и спустил все, что здесь случилось? Все вот эти 40 с лишним серий ты просто взял и в унитаз сейчас спустил, ты понимаешь? И Юля это еще. А, окей, поехали, да. Надо было, блин, поцарапать его. До болевого шока его расцарапать, дать ему какой-то стимул, чтобы он остался, пошел и хотя бы с Мику помирился, я не знаю. А как же картошка, которую они хотели запечь? Как же костер? Как же так? Я не хочу, чтобы все так заканчивалось. Юля свернулась калачиком на сиденье в нескольких рядах от меня и играла с кончиком хвоста. Деревья за окнами медленно-медленно поплыли назад. Автобус разгонялся неторопливо, как поезд, и все еще двигался со скоростью пешехода. Я вздрогнул, увидев, как из-за деревьев выскочила маленькая фигурка. Что, Мику побежала его догонять? Мику. Она удивленно посмотрела на автобус, а затем бросилась догонять его. Кажется, она что-то кричала, но вовнутрь не доносилось ни звука. Ты представляешь, как ты ей больно сейчас делаешь? Юля, я... Останови! Поздно. Прости. Останови, я сказал! Бедная, несется за автобусом и плачет. Я сейчас точно сама расплачусь, я уже не могу. Я вскочил и подался к окну. Мику бежала рядом с автобусом, молотя кулачками его железный бок. Она кричала, а в глазах ее стояли слезы. Теперь уже не получится. Стекло автобуса даже не заметило моих ударов, хотя я расшиб кулаки, пытаясь его выбить. Бесполезно. Я подбежал к девочке-кошке и попытался схватить ее за руку. Она опередила меня и неуловимым движением перескочила на пару сидений дальше. «Мне нужно туда! Ты же можешь! Открой!» «Слишком поздно. Мы уже в пути». Автобус набирал ход. «Блядь, Семен, какой же ты... Какой же ты...» Автобус набирал ход. Мику еще несколько секунд бежала следом, затем споткнулась, упала и осталась позади. «Она чем вообще все это заслужила, вы мне скажите? Чем она это заслужила?» «Заставил ее плакать, и меня тоже!» Кретин несчастный. «Мне кажется, я сейчас читать не смогу, я тупо сижу и реву, короче, все!» «Ай, сейчас глоточек кофе сделаю». Сейчас приду в себя. Я уткнулся лбом в холодное стекло и смотрел, как она удаляется, пока ее фигурка не скрылась за деревьями. «Пожалуйста!» Перед глазами все поплыло и затуманилось. В первую секунду я думал, что это начинается переход во времени, но это были всего лишь слезы. Злые, бессильные слезы текли по щекам, пока то, чем я дорожил, отдалялось от меня. Отдалялась безвозвратно. Полчаса назад я думал, что хуже быть не может. Оказывается, может. Да еще как. Юля грустно смотрела на меня, поджав уши. «Я прошу тебя». «Нет, я правда не могу. Не проси. Думаешь, мне легко видеть, как ты плачешь?» «Можно мне хотя бы помнить все это?» «Это можно. Только потом тебе будет очень плохо. Ты уверен?» «Уверен».
Лучше бы все забыл. Идиот. Лучше бы забыл. Я не заметил тот момент, когда лес вокруг автобуса сменился на проселочную дорогу. Это просто произошло. Время шло, в салоне было очень темно. За окнами царила ночь. Только тепло светились желтые глаза с вертикальными зрачками. Юля сидела рядом, на этот раз она смотрела со смесью жалости и нежности. Абсолютно не о таком раскладе событий я думала, когда начинала эту серию. Еще, знаете, с таким вдохновением, с такой радостью. Наконец-то концерт! Ура! Сейчас мы отыграем! Сейчас нам будут все аплодировать! Все будут без ума от Семена, он будет счастлив! А вышло вообще не то. Я протер заплаканные глаза, сбитые в кровь ладонью. Успокоился? Да. И что теперь? Ложись спать. Нет, я не об этом. Что будет дальше? Ты едешь домой. Там уже сам решай, что будет дальше. Если бы она села в автобус, что бы случилось? Помнишь сказку про русалочку, которая исчезла, покинув родной океан? Ну, как исчезла? Она сначала свой голос отдала взаймы на ноги. А уже потом, когда... Там, так для этого сложились все условия. Тогда, да, тогда она выбрала... Причем она выбрала сама исчезнуть. У нее была и другая опция. Она могла бы остаться в живых, она могла бы снова стать русалкой, но... Любовь. Всему виной любовь. Помню. Вот и не спрашивай. Юля ушла в темноту. Еще несколько минут я вслушивался в урчание двигателя, а потом наступила тишина. Я ненавижу этого человека. Я просто сейчас хочу разбить экран. Настолько я его ненавижу. Сцена после титров. Но я ждала что-то подобное. Я вздрогнул от яркой вспышки. Собранный Шуриком самопальный прожектор качнулся и теперь бил меня прямо в лицо. Прищурившись, я сделал шаг в сторону, пытаясь понять, что происходит. Я не в автобусе. Я снова на сцене. Но... Как? Почему? Алиса все еще угрожающе смотрела на меня. Она хмурилась, но в этот момент казалась мне самым дорогим человеком на свете. После Мику, конечно. И разбитые о стены автобуса кулаки были целехоньки. Черное отчаяние быстро улетучивалось, уступая место ни с чем не сравнимому облегчению. Я понял, что глупо улыбаюсь рыжей гитаристке. Ничего не было. Автобуса, голоса из темноты, слез Мику. Фантазия разыгралась. Просто нервы и богатое воображение. Ты что, с ума сошел? Что, серьезно? Просто нервы и богатое воображение? Ах ты, сука, сволочь!
Мои-то слезы самые настоящие. Какого черта? Просто какого? Зачем так делать? Охренительный, блин, просто поворот сюжета, я вам скажу. Просто охренительный. Я не провалил концерт. Я потряс головой. Проигрыш заканчивался. Раньше, чем я успел сообразить, что делаю, моя рука легла на толстые струны баса и подхватила ритм. Я вообще сейчас не знаю, как это все комментировать и как к этому относиться. Я просто сейчас разревелась, потому что действительно все настолько натурально выглядело, что просто ну как. И тут он с такой легкостью возвращается на концерт, на сцену. А, типа, ничего не произошло, ничего этого не было. Было! Это все было! Ты заставил меня плакать уж. Если не Мику, то, по крайней мере, меня точно. С такой легкостью теперь от этого открещиваться, от всего нет, не пойдет. Все часы, проведенные в репетициях, едкие комментарии Алисы, заботливые наставления Мику, добродушные насмешки Ульяны. Все это дало результат. Нет, я еще нервничал, боялся сбиться или отстать, но извлекал из гитары нужные звуки. Алиса кивнула, гримаса на ее лице сменилась обычной улыбкой, а через несколько тактов над притихшими зрителями разнесся звонкий, чистый голос Мику. «Ты помнишь, как наши мамы включали нам эти пластинки?» То ли сработал гипноз на пляже, то ли бесконечные повторения дали о себе знать, но пальцы зажили отдельной жизнью, ложась на нужные лады раньше, чем я успевал подумать, куда жать. И пускай все внимание доставалось Мику и Алисе, но сейчас я испытывал странное ощущение. Странное и очень приятное. «И лучшие песни начинали звучать. Давай сохраним их надолго. Я опять же не знаю эту песню, поэтому не могу ее спеть, как полагается, уж простите. Дома я привык быть один, убеждал себя, что мне не нужен никто. Убеждал так хорошо, что в конце концов сам в это поверил. И только теперь, провалившись в прошлое и выйдя на сцену перед несколькими десятками пионеров, я понял, что ошибался. Нас приключения ждут впереди, пройдут года, но мы не забудем. Конечно, я не просился сюда. Я не просил принимать меня в группу. Я просто хотел быть поближе к Мику. Для нее старался сыграть как можно лучше. Для нее репетировал до мозолей. Для нее терпел подколы Алисы и Ульяны. Но сейчас, вплетая низкие басовитые ноты в мелодию, льющуюся в зал, я чувствовал себя так хорошо, как никогда раньше. Делать то, что нравится другим. Делать то, что нравится тебе самому. И дарить слушателям часть себя, радоваться вместе с ними, на какое-то время став единым целым с залом. Как же все просто! Песни, сделавшие нас людьми, мы снова подарим их людям. Надо ли мне нажимать на что-то, или сейчас все само пройдет? Видимо, надо. Последние аккорды песни повисли в воздухе. На какую-то долю секунды зал замолчал, а потом разразился самыми настоящими аплодисментами. Я слушал их, меня переполняли эмоции. Невероятное ощущение. Максимум левел. Не зря мозоли натирал. Да уж. Я уже, правда, не радуюсь. Как-то это все... Ну ладно. Постепенно волна затихла, и Мику наклонилась к микрофону. «Спасибо! Мы очень рады, что вам понравилось! А наша следующая композиция называется...» Ну, хоть одну песню дали, так сказать, сыграть вместе с ними, и то хорошо. Следующая четверть часа пролетела, как в тумане. Одну за другой мы отыграли три положенные песни. Даже стало жалко, что все прошло так быстро. Еще одна, последняя песня, и все закончится, став лишь ярким воспоминанием. К моему удивлению, Мику отложила гитару и радостно объявила. «А теперь выступят наши гости из Германии!» Почему-то я ожидал, что она скажет ГДР. «И Вьетнама! Клавус и Трук с музыкальной импровизацией!» Тут она запнулась и, кажется, хихикнула, смущенно взглянув на меня. Да уж, слово «импровизация» навсегда изменило для нас свое значение. Мику поборола смущение и закончила фразу, озвучив название песни. «Просим на сцену!» Наши гости поднялись по ступенькам, скрытым носом корабля.
Невидимый Шурик поколдовал с выключателями, освещение изменилось. Яркие лампы погасли, оставив два столба света. В одном стоял миниатюрный трук с флейтой, а в другом сидел Клаус, небрежно держащий уже знакомую нам гитару. Я думал, что мы просто постоим в темной части сцены, прежде чем продолжить, но Ульяна ухватила меня за руку и потащила к задней двери. «Живо! Шевели поршнями!» «Эй, куда ты меня?» «Куда-куда? Я ж тебе обещала голую Алису показать!» «Чё?» «Время пришло!» «Ах ты, мелкая зараза!» «Тю-тю, какие мы нежные! Шуток не понимаем!» «За такие шутки в зубах бывают промежутки!» «Так, девчата, угомонитесь! Что происходит?» «Сейчас все увидишь! Даже больше, чем ожидал!» Мы спустились по задней лестнице. «А где сумки?» «Сейчас все будет!» Алиса потянула доску облицовки. Та не поддавалась. Гитаристка злобно засопела и потянула сильнее. С тем же результатом. «Мало каши ела, да?» «Тихо!» Я не знал, зачем Алисе эта доска, но протянул руку, чтобы помочь. Как раз вовремя. Добротно забитые гвозди внезапно поддались, и рыжая чуть не упала. Ульяна тут же полезла в образовавшуюся щель, это Ульянины глаза оттуда так светятся, и вытащила наружу какой-то сверток. Это было одеяло. «Живо, живо, работаем!» Девчонки раскатали одеяло на траве и быстро по-армейски принялись раздеваться. «Да что происходит?» «Это что, очередные шутки лагеря? Или...» «Нет, конечно, я видел их в купальниках, да и вообще мы как бы свои, но...» Моему взгляду открылось слишком много загорелой девичьей кожи, чтобы сохранять спокойствие. «А вы чего это творите?» «Мы переодеваемся к выступлению. А если я расстегну все пуговки, а ты еще не будешь смотреть в стену, я тебе нос сломаю». «Алиска, ты повторяешься». «Убедил». Тогда челюсть. Все, я пошел отсюда. Да шутит она, не парься. Она и сама не против, чтобы ты посмотрел. Сзади раздался звонкий шлепок. Ай, тихо, я же шучу. Не смешно. И нечего на меня глазеть. Ой, было бы на что смотреть. Вот если бы здесь была Лена, да, Сень? Я не поняла, это кто здесь пищит? У тебя и таких нет. Мику сошла со сцены, я подал ей руку, помогая спуститься по ступенькам, а рыжие продолжали шутливую перебранку за моей спиной. «Ой, попадет нам, когда все закончится. Ну-ка, подержи». Она быстро сбросила блузку и принялась вытаскивать ремень из юбки. «Сень, ты бы от нее отвернулся, а то слюной захлебнешься. Алиска, шлепни ее еще раз». «Не надо! Я молчу». «Алиса, да что ты его тискаешь? Давай, продевай уже». «Семен, закрой глаза на минутку». «Они там что, себе выдумали какие-то суперэкстравагантные костюмы? Ну правильно, у них же есть там этот кружок шитья. Или Мику им там что-то нашило, или я не знаю что. Слушайте, а если они сейчас все в юката выйдут? Это будет забавно, конечно». «Открывай». «А нет, не в юката, конечно, но... Оу, пиратские костюмы, да? Боже, Алиса! Слушайте, Алиса просто девушка мечты. Ей так идет, оказывается. Вот не с хвостиками, а именно с такой стрижкой. Еще и эти сережки, господи. Слушай, ну ты вообще... Мику, конечно, тоже красотуля. Ульянка... Но Ульянка все равно выглядит таким ребеночком еще. Но если бы она была чуть-чуть постарше, то, мне кажется, Шурик бы растаял и забыл про свою Виолу напрочь. Я обалдел от неожиданности, увидев произошедшие перемены. Пионерская форма лежала на одеяле, на девчонках же красовались другие костюмы. Они навевали мысли о южных морях, чайках, звоне абордажных сабель, попугая-матершиннике на плече и ножки от стула вместо ноги. «Нравится?» «Очень. Отвал всего! Вы вообще самые красивые. Девчата, а это чего?» «А как, по-твоему?» «Вот это и есть наш сюрприз?» «Он самый». Она поправила кожаную шляпу с корявым черепом и вздохнула. «Да, хоть твою татуировку стало видно, нарисованную».
Иди сюда, сейчас мы из тебя будем криминальный элемент делать. Откуда она знает эти слова? Не выйдет, сильно у него лицо порядочное. На нем явно видны уроки скрипки, мамины борщи и коллекционирование гербариев. Может, ему фингал поставить? По-быстрому. Давай, ты же умеешь. Не надо! Не надо! Видишь, отказываются. Усы, что ли, подрисовать? Ну, не то, не то. Ладно, просто делай такое же лицо, как обычно, когда играешь. Будешь туповатым пиратом. Чего? А ты не замечал? Ты, когда увлекаешься, губы поджимаешь и складываешь трубочкой. Толик тоже так делал. Неправда. Милый, прости. Правда. Я тебе не говорила, чтобы ты не расстраивался и во время игры о посторонних вещах не думал. Но действительно складываешь. Она прислушалась. Пошел второй проигрыш. Им играть осталось 3 минуты. Давайте, быстро, быстро! Еще Ольга Дмитриевна будет 2 минуты рассказывать, какая хорошая штука эта дружба народов. Алиса мечтательно улыбнулась. Хотя некоторые народы очень даже ничего, симпатичные. Алиска, вернись на землю. Замки висят? Висят. Я когда поправляла колонку, заперла. Осталось этих выпустить и готово. Электричество? Сыроежка клялся и божился, что отключить не смогут, если на столб не залезут. Щитовая под замком, кабель из столба закопан и замаскирован. Ничего они не сделают, разве что топором дыру прорубят. Не, так явно не будут. 2 минуты. Да-да, сейчас. Сенька, протяни руки, не то протянешь ноги. Она быстро развязала мне галстук, расстегнула до пупа рубашку, напялила на меня черный жилет с кожаными вставками, подпоясала малиновой тряпкой, изображающей пояс. Вышел не столько пират, сколько оборванец. Галстук, галстук. О, придумала! Она встала на цыпочки и обвязала галстуком мою лохматую голову. Да. Ну, даже не знаю. Микуся, что скажешь? Мику продолжала отсчитывать секунды, ориентируясь на музыку, но прервалась и улыбнулась мне. Ну, кстати, их хоть показали чуть побольше, можно более детально наряды рассмотреть. Ну, шикардосно же, я от Алиски вообще просто в офиге. 30 секунд. По-моему, миленько. А, ну да, нашла кого спрашивать. Алиска, как тебе? Нормально. Кто его будет рассматривать, когда на сцене буду я? Она эффектно отставила зад и подбоченилась. Ой, кто тут у нас зазвездился-то, а? Она подтянула кожаные бриджи. Те плотно обрисовали стройные, но уже отлично сформировавшиеся бедра. Я торопливо отвел взгляд на Мику и не видел лица Ульяны, когда она довольно добавила. Там уже все будут смотреть на меня. Девочки, Семен, пора. На абордаж! Кошки к борту! Пленных не брать! Кошки. Юля ведь тоже где-то здесь. Интересно, где? Девчонки заторопились вверх по ступенькам, а я думала о двух вещах. Что сейчас произойдет? И как перестать пялиться на едва прикрытый тесными брючками зад Алисы? Впрочем, с учетом морского сценария на ее корму. Эвфемизмы наше все. Алиса оглянулась и подмигнула мне. Сейчас повеселимся. Я прям предвкушаю. Хорошо, что они не умеют читать мысли. Ведь не умеют? Ну ладно, вторая часть марлезонского балета. Сцена после титров что-то слишком затянулась, но окей. Выступление уже закончилось. Зал от души аплодировал гостя. Труп кивал слушателям, а Клаус... Я не видел его лица, но был уверен, что он смущенно улыбается. Славия и Ольга Дмитриевна снова вышли на сцену. Ну что, друзья, наше кругосветное путешествие подходит к концу. Это был замечательный концерт. И теперь, перед заключительной песней, я хотела бы поблагодарить всех вас за то, что вы приехали. За то, что были с нами. Ведь главное... Я не разобрал, что же главное. Алиса пробормотала мне в самое ухо. Сейчас, сейчас. Лишь бы она со сцены спустилась. А если не спустится? Алиса достала из-за колонки большой моток бельевой веревки. Тогда мы ее привяжем вон к тому столбику. Там нападение пиратов в сценарии есть. А когда она все поймет, будет поздно. Чего? Я остановился. Не знаю, кем Ольга была до попадания сюда, но расправа с двойником, шуточки про мину и упоминания шрамов намекали на то, что точно не библиотекарем.
и если они собираются попробовать ее связать... Ульяна мягко поддала мне коленкой под зад. «Не тормози! Поднимайся!» Второй выход на сцену пугал меня куда меньше, чем первый, и я надеюсь, во второй раз не будет того, что нам уже показывали. Ольга Дмитриевна, улыбаясь, спустилась вниз, вышла через оставленную в борту калитку, и тут неуловимым движением Ульяна дернула за невинного вида веревочку. «А теперь заключительная песня, а называется она... Ой!» Из-под крыши вниз неслышно скользнул фанерный щит, весивший 20 кг, не меньше. «Это он что, все это время висел над нами? Надо было каску надеть!» Проход на сцену оказался надежно блокирован. Вторая дверца уже была заперта, из-за спины раздался щелчок шпингалета, и на какое-то время к нам невозможно было подойти, не выломав двери чем-нибудь тяжелым, вроде топора или лома. Хрена себе они там постарались! Славяна с микрофоном в руках и натянутой улыбкой на лице переводила взгляд с нас на вожатую, с вожатой на зрителей. Она уже догадалась, что мы отклонились от сценария, и теперь явно думала, что говорить дальше. Девчонки решили все за нее. Они нежно отобрали микрофон, подхватили Славе под локти и отвели к боковой стойке, изображающей мачту. Еще секунда, и отличница, пионерка, спортсменка и, наконец, просто красавица оказалась привязана. Алиса с Ульяной проверили узлы и вернулись к микрофону. «Оу, а Славе-то, походу, все нипочем, она стоит веселая такая!» Вообще, если не знать, что все вот это вот действие происходит на концерте и является планом сценария, то можно вообразить себе какие-нибудь БДСМные игры. Простите меня за такое сравнение, ну правда же, ну. Надо отдать ей должное. Срывать концерт криками «Помогите!» и «Да вы что, с ума сошли?» Северянка не стала. Она только вопросительно посмотрела на меня и поинтересовалась. «Семен, а вы чего делаете?» «Извини, небольшое дополнение к сценарию. Подыграй нам, ладно?» «Я чего-то такого и ожидала». Она подвигалась, устраиваясь поудобнее, и кивнула. Короче, ей вообще норм. «Так даже интереснее». Алиса тем временем выдала несколько сочных аккордов, привлекая внимание вожатой. Та обернулась и увидела, что происходит на сцене, а я думала, она уже увидела. «А это что было?» Алиса отобрала микрофон у Мику и довольно заявила. «Это бунт на корабле!» Ольга посмотрела на Славю, притянутую к мачте, на Мику, потом на меня. Затем осторожно взглянула на проверяющих. Те переглядывались и даже шушукались, но пока сидели спокойно, видимо, полагая, что все идет по плану. Ага. Алиса сбила шляпу на затылок и улыбнулась залу. «Наш праздник подходит к концу, и он был классным. Но хватит уже детских песенок. Пусть нам запретили играть то, что хочется, но вы же меня знаете». Со стороны зрителей раздался смех и одобрительные возгласы. Алису в лагере знали. «И поэтому мы решили чуть-чуть изменить программу концерта. Кто не хочет слушать настоящую музыку, тот может идти печь картошку и жечь пионерские костры. А мы начинаем! Ульянка, давай!» Еще одна веревочка, и на мачту взлетело черное полотнище. «Охренеть, слушайте, но...» Они очень даже неплохо все это продумали. Мне кажется, комиссия, все проверяющие, ну и вообще весь лагерь, они просто могут подумать, что так и было задумано. Кривоватый, но лихой веселый Роджер подмигнул зрителям с флагштока, а свежий ветер так энергично развевал флаг, что казалось, будто мы действительно посреди океана. Ольга с натянутой улыбкой дергала боковую дверцу, пытаясь подняться на сцену. Алиса повертела ключом от навесного замка. «Сопротивление бесполезно! Корабль захвачен!» Алиса посмотрела на нас и кивнула, подавая знак, что пора начинать. И мы начали. Приезжие уставились на сцену, а Ольга двинулась к задней двери. Моя партия была простой, так что я успевал дергать струны, рассматривать реакцию зрителей и любоваться Мику в облегающих чулках. «Охрененные!» Даже Семен выглядит, в общем-то, ничего так. Интересно, что будет потом? Кажется, хорошей характеристики в комсомол мне больше не видать. А что будет Ольге за эту самодеятельность? Мне кажется, Ольгу похвалят, скажут. «Вы молодец, у вас такие креативные пионеры, вы заслуживаете каких-нибудь плюшек для лагеря, там, не знаю, в следующем году». Лишат премии, влепят строгий выговор. Интересно, кто вообще главный в этом лагере?
И если комиссия больше никогда сюда не вернется, а лагерь волшебный, или, как сейчас принято говорить, паранормальный, то почему Ольга так дергает дверь и молотит в нее ногами? Причем молотит с такой силой, что имеет все шансы снять ее с петель. «Олечка Дмитриевна, ну успокойтесь, ну классное же выступление, ну что вы!» Хорошо, что я вел себя прилично и не пытался вытрясти из нее ответы силой. Судя по тому, как с дверного косяка летела пыль и как потрескивали наличники, ничем хорошим бы это не кончилось. Удары стихли, вожатая сообразила, что ничего из этого не выйдет, и с фальшивой улыбкой вернулась на площадку между сценой и зрителями. Для порядка она подергала запертые дверцы, через которые полагалось подниматься артистам. Все было продумано. Декорация корабля была слишком высокой, чтобы через нее можно было перелезть, слишком прочной, чтобы ее можно было сломать, и очень удачно перекрывала все входы на сцену. Конечно, можно подтащить лестницу, встать на стул или просто сбить замок каким-нибудь ломиком, но тогда будет очень трудно убедить гостей, что все это по сценарию. Алиса, понизив голос, насколько возможно, пела песню про пирата, молодых офицеров и что вышло из их встречи. «Боже, красотки!» Мику пела вторым голосом, а Ульяна... Кажется, она задалась целью расколотить свою ударную установку или хотя бы вогнать ее в пол. В женском исполнении голос не слишком подходил достаточно жестким рифам, на мой вкус. Но небалованные рок-музыкой пионеры были в восторге. Ульяна перехватила мой взгляд и, не переставая молотить по установке, подмигнула. Мику была слишком занята тем, что выводила грубоватые, но бодрые рифы и подпевала Алисе, превращая песню в диалог. Даже Славяна покачивала головой в такт мелодии. Кажется, ситуация ее забавляла. Тем временем Ольга подвела к сцене электрика и что-то говорила ему на ухо. «Бесполезно! Ничего вы там не сделаете!» Тот покрутил головой, посмотрел наверх, а затем его глаза расширились. Он явно узнал детали, из которых была сварганена наша цветомузыка. С нехорошим выражением на лице он посмотрел почему-то на меня. «Ага, Семен же не виноват в этом, здрасте!» Потом снова на фонари, а затем убежал куда-то в сторону. Вернулся он с топором. Не абордажным, а обычным, плотницким. Ой-ой-ой. Я сглотнул, ожидая, что сейчас он врубится в борт корабля и просто проложит себе дорогу к сцене, не оглядываясь на мнение проверяющих. И потом нас бесславно вытолкают со сцены. Но нет. Электрик отошел в сторону, где толстый кабель, питающий сцену, уходил в железную коробку на столбе. Ой, мама. Походу, электричеству все-таки сейчас будет хана. Я приготовился к тому, что сейчас погаснет свет, и звук в динамиках тихо сойдет на нет. Короткий замах. Сноп искр. Но вместо этого погасло несколько фонарей на аллее, ведущей к домикам, а лампы подсветки лишь слабо мигнули. Девчонки даже не сбились с ритма, и только улыбка Алисы стала еще шире. Они предусмотрели все. Электрик почесал затылок, потом рубанул кабель еще несколько раз, пока не сообразил, что это бесполезно. «Простите, дядя, но вы не сможете нам помешать». Песня закончилась. Алиса вытерла раскрасневшееся лицо и довольно слушала аплодисменты и одобрительные крики из зала. «Вам понравилось? Пусть только кто-нибудь пискнет, что нет. Ну что, продолжаем?» Ольга сделала страшное лицо и жестами призывала нас заканчивать. Но не ради одной этой песни все затевалось. Алиса снова ударила по струнам, и я снова стал выводить знакомый ритм, не думая о том, что будет дальше. Ох, разошлись! Вот это я люблю! Настоящий рок-концерт! Удивительно, как много всего может случиться за короткие 5 минут. Вот только что Ольга спускалась со сцены, а мус-клуб переодевался в пиратские костюмы. И вот мы уже нарушители порядка, и только тонкая фанера разделяет нас и разгневанную вожатую. Теперь я понимал, зачем они гоняли меня репетировать эти песни, которые точно не позволили бы сыграть на концерте. Могли бы и сразу сказать, действительно, какие ж недоверчивые. На фоне тайны моего происхождения их смешные пионерские секреты казались такой мелочью, что не стоило их вспоминать. Никто не рассчитывал, что нам удастся оккупировать сцену надолго, так что 10 минут и еще пару песен спустя все закончилось. Наверное, все закончилось бы хорошо, если бы Алиса не разошлась. Какой милый чибик. Раз уж выпал шанс сыграть перед залом, она решила показать все, что может.
Рыжая трясла волосами, рвала струны медиатором, бегала пальцами по грифу с невероятной скоростью, а под конец выдала такое сложное и быстрое соло, что я только рот открыл. Ну, правда, когда бы ей еще представился такой шанс показать себя во всей красе? Может быть, и не скоро. Попутно она носилась по сцене, пинала усилители, мачту и концертные колонки, подпрыгивала и вообще вела себя как Марти Макфлай на школьных танцах. О, отличное сравнение! Боже, мне захотелось пересмотреть «Назад в будущее», причем всю трилогию сразу. С той только разницей, что веса ей не хватало, и вместо того, чтобы опрокинуть колонку, она отлетала от нее сама. Не упала, и то хорошо. Мачта тоже поскрипывала, но держалась. Это просто бенефис Алисы Двачевской был. Пионеры не были готовы к такому поведению на сцене. А потому, когда последние ноты повисли в воздухе, вместо аплодисментов раздалось тихое перешептывание и гул голосов. Зал молчал, напряжение росло. И лишь потом раздались первые негромкие хлопки. К одинокой паре хлопающих ладоней добавилась еще одна, потом еще несколько, и вскоре волна аплодисментов разошлась по залу. Понравилось ли им? Трудно сказать. Но аплодировали громко и долго. Так в смысле трудно сказать? Конечно, понравилось. Просто они немножко не ожидали. Алиса горделиво подбоченилась и явно купалась в лучах своей кратковременной славы. Она стояла рядом с Мику и, чуть запыхавшись, махала зал рукой. Избитая ногами мачта решила, что момент подходящий. Она заскрипела, качнулась в сторону зрителей, заставив передние ряды охнуть и пригнуться. Но потом гирлянда из флажков потянула ее назад. У-у-у! Описав красивую дугу, она рухнула как раз позади Алисы. Та взвизгнула, подпрыгнув чуть ли не на метр, но тут же притворилась, что все так и задумано. Блин, я бы там, наверное, не знаю. Кирпичный завод бы отстроила со страху. Зрители были в восторге. Этот концерт точно должен был запомниться им надолго. Ольга Дмитриевна нашла шпингалет, который запирал дверцу на сцену. Поднялась к нам и теперь говорила в микрофон что-то про сюрприз, яркое завершение концерта, явно стараясь создать впечатление, что все идет по плану. Мне кажется, я в эту серию точно вставлю что-нибудь из «Гражданской обороны». Ну, просто потому что... Просто потому что... Без этого никак. Мы отправились к выходу со сцены. Хорошо ли, плохо ли, но наш первый единственный концерт подошел к концу. Мику выглядела задумчивой и молчала. Это было так не похоже на нее. Что случилось? А, ты о чем? Идешь, думаешь о чем-то. Я что, так фальшивил? Она улыбнулась. Нет-нет, все хорошо, не волнуйся. Ты хорошо отыграл, хотя в паре мест рука двигалась неуверенно. Но это исправимо. Когда вернемся домой, то поработаем над этим. А вообще справился отлично, я даже не ожидала. Нет, не в смысле, что не верила. Просто не думала, что ты так быстро научишься. Я, конечно, выбирала. Она остановилась. Кажется, я забыла спросить, а собираешься ли ты вообще играть дальше? Я уже строю планы. Мика улыбнулась. Знаешь, когда мне что-то интересно, я уверена, что это интересно всем. А ведь у тебя могут быть другие интересы. Просто если ты решишь продолжать... то я буду рада, ведь мы сможем вместе репетировать. И вообще. Если он откажется, я ему нос откушу. Нельзя. Мы же не панк-рок играть собираемся, где музыкант без носа будет хорошо выглядеть. Да, Алиса, это в какой-то такой панк-рок группе музыкант без носа есть. Алиса? Алиса пинком открыла дверь и сбежала по лестнице за нами. Она сдвинула шляпу на бок, посмотрела на нас и улыбнулась. Сейчас будет много криков. Эй, ты же знала, что так будет. Расслабься и получай удовольствие. Дверь, ведущая на сцену, снова открылась. Яркий свет обрисовал черный силуэт Ольги Дмитриевны. Выглядело это достаточно инфернально. Ольга неторопливо спускалась по лестнице, и лицо ее не предвещало ничего хорошего. Так, товарищи пираты, бунтуем, значит? Кто помнит, что по флотским законам делали с бунтарями? К моему огромному сожалению, в пионерских лагерях телесные наказания запрещены. Так что о показательной порке можно только мечтать. А жаль. Слава КПСС! Двачевская, не умничай мне тот, иначе я начну зверствовать!
Алиса хотела сострить, но поглядела в лицо Ольги и поняла, что время неудачное. «Да ладно, ну что ты начинаешь? Ну всем же понравилось!» «Зачем сейчас что-то высказывать человеку, который действительно был счастлив?» «Ну и не только, в общем-то, ему, а всему остальному коллективу. Это было классно! Публике понравилось! Никто не пострадал!» «Так что успокойся, образцовая вожатая, блин!» «Все прошло просто идеально!» Но нет, нужно было высунуться и все испортить. Да кто ж испортил? Мы ж наоборот украсили этот концерт, сделали его лучше. Портишь сейчас все, только ты сама. Ну да ладно, знала же, с кем имею дело. Это вам не Генду взрывать. Это скандал районного масштаба. Да еще перед иностранными гостями. Плакала моя категория. Плакала премия за месяц. Уволят к чертовой бабушке. Ульяна шмыгнула носом и протянула. Тебе, блин, так важна эта категория, если ты сама даже не отсюда. Уже б не парилась. Извините, пожалуйста. Мы хотели, чтобы праздник, ну, повеселее сделать. Ухохочешься просто. Переигрывайте, Ольга Дмитриевна, переигрывайте. Ладно, попытаюсь спасти положение. Придется сделать вид, что вы наказаны. А теперь шагом марш в мус-клуб. И оттуда никуда. А танцы? Сейчас я пойду к проверяющим, и меня будут долго танцевать во всех позициях. Но ведь зрителям понравилось. Это к делу не относится. Ну, конечно. Она вздохнула. Все, скройтесь с глаз моих в мус-клубе. Я уложу дела и зайду, чтобы решить, что с вами дальше делать. Гуськом мы обогнули сцену и направились в мус-клуб. Сзади нанеслось удивленное. Эй, а я? Оставили ее завязанную на сцене. Ульяна обернулась и посмотрела на ступеньки, ведущие на сцену. «Славку-то кто от столба отвяжет?» «Я морские узлы понавязала. Рыбацкий шкот называется. Или штык. Он обычному пионеру не по зубам». Алиса неуверенно предположила. «Перережут чем-нибудь? Может, вернемся?» «Нет, Ольга Дмитриевна сказала идти в клуб. Если мы сейчас вернемся, то она будет ругаться. Лучше послушаемся ее, иначе...» «Да уж». Если она меня выгонит из дому, придется идти ночевать в клуб. Нехорошо вышло. Кажется, Ольга Дмитриевна действительно расстроилась. Ну ее. Зато концерт вышел настоящий. Живой. Я так понимаю, что исключение из пионеров тоже будет настоящее и живое. А ты как думала? Игра по-крупному. Как-то все прошло не так. Не знаю, чего я вообще ожидала. Она задумалась, затем ответила на свой же вопрос. Наверное, что они дружно встанут, начнут размахивать руками в такт и подпевать. Надо было подождать, пока вожатые гости поужинают. Потом они под Iron Maiden подпевали бы. После водочки-то и шашлыка. Я не хочу, чтобы меня исключали из пионеров. Еще и Семенов тянули. Это же в комсомол не возьмут. И вообще. У него своя голова на плечах. Пусть даже это голова басиста. Свежее ничего не придумала. Он знал, на что шел. Я знал! Да он узнал только за 5 секунд до выхода на сцену. Интересно, что теперь будет? Как Ольга Дмитриевна будет выкручиваться? Не наша забота. Наша забота – пойти под домашний арест в мус-клубе. Так, ну, ребят, девчат, я так думаю, нам материала на эту серию хватает, поэтому сейчас мы сделаем паузу, а дочитывать будем уже в следующих сериях. Давайте я не буду говорить сейчас обо всем, что здесь было. Мы, в общем-то, все видели сами, все прочувствовали, проплакали и просмеялись. Разноплановая получилась серия, короче, ничего не скажешь. Это уже, конечно, вот прям самый-самый конец. Но что-то я так подозреваю, что так просто совенок меня не отпустит. И я запишу еще... Ой, серии 2-3 не меньше. Там ведь еще был какой-то день кота, я так подозреваю, что он идет бонусом. Поэтому на него мне, конечно, тоже было бы интересно взглянуть. Но это уже после того, как я закончу все-таки с булками и кефиром. Ах! Ну, хотя бы мы стали чуточку ближе к концу, и то хорошо. Что ж, всем огромное спасибо, что посмотрели. Буду ждать ваших комментариев. Скоро увидимся. Пока не прощаемся.